для того, чтобы успешно шли экономические проблемы, надо менять модель экономического развития, надо менять модель управления, надо на самом деле совершенно иначе подходить к той деятельности, которую осуществляет государство. А теперь по поводу экономики. Мы говорим импортозамещение. Но ведь справедливо, вот вы, Владимир, сказали, импортозамещение сегодня должно стать экспортно ориентированным. Не простите, ориентировать людей, как нам сейчас говорят, плохенькое, зато дорогое, наши и так схавают, потому что санкции и так далее. А на самом деле мы должны экспортно ориентировать цена ту продукцию, которая сможет успешно конкурировать на любом рынке мира. И вот на самом деле это мы должны сделать для своих людей. А простых рецептов не бывает.